Так я не понял, что мы сидим без дела? Дядя Трудовик, мы устали. Здравствуйте, а что случилось? Кто-то нассал прямо мне на голову. Извините, я думала, это сортир. Ты что, не мог спросить, где туалет? Я спрашивал Бибу и Бобу. Ну ты, конечно, мудак. Нашел кого спрашивать, это ж вообще наши двоечники. Ну ладно, я придумаю им задание. Будут у меня сортиры после уроков вылизывать. Здорово, дядя Трудовик. Как вам водичка? Водичка? Тепленькая. Так вы только скажите, мы можем погорячее сделать. Хотите, я вам открою страшную тайну? Какую? Сегодня два балбеса остаются чистить туалеты после уроков. Да в смысле? Если вы это не сделаете, вы хрен получите высшее образование. В следующий раз заставлю еще женский туалет помыть. А так докладную буду писать, задолбали вы меня, надо вас отчислять. Не, не надо. Да что вы давите своей сухомяткой? Попробуйте помет бабочек, он вкусный. Я не ем помет бабочек, я ем корни. Меня и зовут Старик Хаттабыч. А я студент. А имя у тебя есть, студент? Что такое имя? Короче, тебе должны были кличку еще в детстве дать. Вот меня назвали Старик Хаттабыч. Вот и тебя должны как-нибудь были назвать. Вот это американка. Здравствуйте, Старик Хаттабыч. Разве у нас сегодня не будет уроков? Придется отменить пару, потому что проводить ее негде. Но можно попросить твою бабку, чтобы она сделала мазь для задниц. Ой, помогите кто-нибудь! Здравствуйте, Старик Хаттабыч, я вам сейчас помогу. Может, вы со мной поиграете? Я тебе что, на школьника похож? Иди отсюда со своим мячиком. И меня, у меня нету ног, но я буду судьей. Помогите, снимите с меня это говно. Ну, спасибо, ребята. Кто это бревно притащил вообще сюда? Я чуть не обосрался. Нихера, ребятки там орут на физкультуре. А? А, с дороги Старик Хаттабыч. Не понял, что за херня? Походу, наш Старик Хаттабыч и есть плювальщик. Здорово, Старик Хаттабыч. Так это вы все цветы обплевали? Вы что, совсем чокнулись? То есть это не вы харкаете в цветы? Конечно нет, это туман. Здорово, Старик Хаттабыч. Здорово, лунатик. Ну, хрень какую-то подобрал, зато у меня панама появилась. Как жалко. А это Милкины тряпки. Ну на, забирай, а то еще разноится. Помогите! Ребята, и что происходит? Отличная работа, коллега! Старик Хаттабыч! Вы что орете? Вы в следующий раз так не кричите, у меня Кондратия чуть не хватило. Что вы хотели? Мы вам хотели подарок сделать. Вот, ты погляди, они решили всем взятки давать. Даже старику Хаттабычу.